Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, и я даже не знаю, почему я буду играть в эту игру, потому что она выглядит реально ужасно, это One Level 3, побег из тюрьмы, просто дело в том, что у меня есть подписчик, у него небольшой канал, ссылка на него будет в описании, он так и Битву Замков там снимает, и вот сейчас эту игру снимает, Игровое Притяжение называется, как-то так говорит, сними эту игру, у меня там по 20 тысяч просмотров она набирает на маленьком канале, у тебя уж точно наберет. Давайте проведем социальный эксперимент. Я в это не верю, потому что у меня канал заточен под другую игру. Алгоритмы Ютуба не дремлет. Если у вас новый канал, может быть, у вас что-то и наберет, как, к примеру, у него. Саня, у меня этого всего не будет. Я снимаю ее ради интереса посмотреть вообще, что будет. Так что нравится — лепи лайк, не нравится — лепи дизлайк, усаживайся поудобнее, подписывайся, отписывайся, делай, что хочешь. Я готов. Это мобильная игра. Это мобильная игра, ребят. Давай жмем. Вот. Тут невероятнейший сюжет. Я так понимаю, у нас побег из тюрьмы. Подождите, надо выпить энергетика. Вообще, да, пишем. Пишем в комментариях, на какую игру. Мобильную, не мобильную. Ну, желательно бесплатную. Денег у меня нету, сделать обзор. Так, полетели. Я просто вот иногда не понимаю. Я смотрю какие-то игры, они набирают просто огромнейшее количество просмотров на Ютубе. Я не понимаю, почему. Окей, управление. Потому что тут графика, я не знаю, 720p, наверное. Так, ну это все понятно. Это все понятно. Это все понятно. Давай, полетели. Блин, вот зря я энергетика выпил. Видео снимать у меня теперь... Ох. У меня теперь отрыжка. Так, я понимаю. Я могу ходить. Я могу прыгать. Тут какая-то штука. Не знаю, новый интерьер. Окей, ну давай прыгаем. Ну, типа, я должен пройти, да? Все, и вот выход. А, смотри, замок какой-то. Мне, короче, надо за ключом, я так понимаю, да? Забраться наверх. Подожди-ка! Сейчас. Вот, и еще, знаете, что хотелось бы сразу упомянуть? Хотелось бы мне сразу упомянуть то, что эта игра... Она как бы головоломка. А я тот человек, который не любит головоломки. Я не люблю игры с головоломками. И это не потому, что я тупой. Хотя нет, потому что я тупой. Так, подожди. Как мне туда... А, я знаю, как мне туда запрыгнуть. Все, я ж не дурак, я шумный. Подожди. Так, об колючки мне нельзя, да? Потому что, ну, типа, я логично минуснусь. Окей, изи, изи, просто... Трехлетний ребенок справился бы. Вот так вот запрыгиваем, и у нас все будет хорошо. Опа! Блять! На первом левеле! Я предполагаю, на самом легком левеле я уже, короче, взял и минуснулся. Но вообще это специально, ребят. Это специально, просто чтобы вам было интереснее смотреть. Это не потому, что я рукожоп. А вот просто потому что, вот, ну, как бы, ну, вот просто как бы вот так вот, да. Так что, ребят, не обращайте внимания. Сейчас 10 минут поиграем, посмотрим вообще, что у нас тут. О, ключик я забрал. Можем отсюда уходить. А, все, у нас выход открылся. А, вы же еще не видите из-за меня. Я выход. Смотри, вот тут выход, видишь? Вот так вот это все выглядит. Справа выход. Я просто... Там моя рожа, ребят. Не хочу я мучиться с передвижением экрана. Вот так вот я себя там сбоку оставлю. Окей. Окей. Не опаздывай. Сам ты не опаздывай. Ну подожди. Ну логично. Мне надо добраться до... до этого. До рычага. Только каким образом он мне поможет? А-а-а! Все, я понял. Это у нас электричка. Это у нас, ребята, электричка. Все понятно. И все, поехали. Поехали, мы такие едем, не спеша. Контролеру билетики предъявляем. Оп, забираем ключ, спускаемся. И как бы все, мы проходим, и урона от падения нету. Все, очередной уровень, просто изи прошли. Так. Слайд-шоу. Окей. Стой. Подожди. У меня игра тормозит или это так нормально? А, это что, так задумано, что ли?
Так, пытаемся продолжать. Окей, где он загрузит? Надо вообще хоть... Лови, лови. О, какой-то уровень. Лови, лови. А оно там... Видите, оно так и называлось, слайд-шоу. Я подумал, может быть, это специально так замучено. Ну вот, все, я дальше... дальше прошел. Тут называется «Тестируй память». Окей. Короче, это какая-то жесткая игра. Вот, вот с памятью, ребят, у меня тоже. Ага! Окей. Мне их тогда вообще, по идее, трогать нельзя. Так, ясно, надо, чтобы символы совпадали. А мы можем как бы на них и... Мы можем как бы на них и вообще не напарываться. А, в принципе, у нас все будет хорошо. Так, оп, изи. 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 Изи, оп. Оп. Оп, оп, теперь быстро спускаемся, перепрыгиваем, никакие эти штуки не трогаем. Допрыгнул? Оп, допрыгнул! Стой, подожди, а зачем мне вообще сюда надо было? Рычаг-то у нас там. Да, я... Окей. Да, блин! Можно же просто рычаг дернуть. Окей. Можно рычаг дернуть, и все будет хорошо. А, нет, смотри-ка. Подожди, мне, видать, надо где-то ключ достать. Ну ладно, допустим, вот эта вот волна. Вот я знаю, где она. Вот она. Она вот наверху. Я это все помню. А-а-а! Я понял. Мне их надо все открыть. Да твою мать! Хорошо, там волна. Здесь. Здесь у нас буква К. Я это не могу трогать. Наверное, буква К здесь. Да, совпало. Дальше. Волна, волна. Сейчас волну откроем. Окей, волна, волна. Волна, орел. И прием, волна, орел. Так. Прыжок. Все нормально. И все, и последний кружок открываем. Так, остальные нам трогать нельзя. Все. Ну, как бы, окей, прошел. Ну, как бы, все понятно. Все нормально. Так, дальше. У нас тут есть лед, у нас есть ключ, снова у нас рычаг. Окей, ну, выглядит пока что не сильно опасно. Окей, это перепрыгиваем. Вот, нормально, нормально, держимся. Не так все сложно, и просто на изи, на изи, на изи. Просто все на изи прохожу. Ребята, детские уровни, детские уровни. Так. Оп, оп, окей. Да ёб твою мать! Так, тихо. Спокойствие, только спокойствие. Только спокойствие. Только спокойствие. У нас все хорошо. Идем за ключиком, идем. Идем за ключиком. Все нормально. Все хорошо. Все замечательно. Так. Так, все. У нас дверь открылась. Мы проходим. Это вот это что за приколы? Ну давай, открываем игру. Вот еще, кстати, смотрите. RTU Studio. Может быть, это в Латвии игру сделали? Потому что РТУ — это Ригас Техническая Университат. Это Рижский Технический Университет. Может быть, там ребята как проектную работу сделали? Надо было проверить, какие языки доступны. Если там латышский доступен, то по-любому как бы наше. Так, это уже седьмой уровень. Не так быстро. Ну, посмотрим. Ах ты ж твою ж дивизию. Ах ты ж твою же дивизию, понятно. Да, тоже легко. Опа, и все, и... не уровни, а детские шалости, друзья. Просто детские шалости. Ой, тут что-то какие-то кнопки разноцветные. Ничего не понятно. Так, вижу,
И они как бы, они по сути все разного цвета. Есть светло-зеленая, есть темно-зеленая. Давай. Типа мне на кнопки нельзя напрыгивать, смотри. Ну ладно. А какой смысл тогда от рычага? Да твою мать! Что-то я не понимаю прикола. Знаешь, тут такая проблема, чтобы сбежать из этой тюрьмы, что лучше бы я уже даже в ней остался бы. Честное слово. Так, окей. Может, типа, надо сначала верхние кнопки нажать? Я не понимаю, как это работает. А, типа, угадать надо? Да твою... А! Ясно, надо все эти кнопки пропрыгать и угадать, какая из них, типа, удачная. Все, что-то я туплю, короче. Вот, все. Ну, наверное, логично, что там кнопка... Кнопку, которую нам надо угадать, она находится наверху. Но до туда еще надо допрыгнуть, потому что ты, сука, каждый раз умираешь. Мне как бы... Мне горестно. Горестно. Не знаю. Не хочется признаваться в том, что мне эта залупа понравилась. Окей. Поднимаемся. Ну, наверное, правая. Наверное, правая кнопка. Нет, значит, левая. Окей. Ясно. Значит, наше дело не правая, наше дело левая. Так, все. 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 А, смотри, даже подсказка есть. Типа у факела. Ой. А, значит, это не эти кнопки? Подожди. А какие кнопки я не проверял? Сейчас будем узнать. Да твой... Ну ты запарил уже умирать-то, а? Так. Окей. Значит, еще синяя осталась. Синяя, желтая, если не ошибаюсь. Ну вы посмотрите, я мучился ради чего? Оказалось, все так легко. Ладно. Тут как это работает? О боже, они хотят мой мозг трахнуть или что? Ну давай. А, типа, и каждый раз умираешь. Ну окей. Типа, мне эти рычаги нельзя трогать? Как это работает? Да я чё, ебу, как это работает вообще? А-а-а! И каждый раз, главное, умираешь. Просто реально бесконечно. Если тут еще было бы три жизни, это вообще было весело. Ну, посмотри. Ну, давай все как бы переключим. О, вот оно как работает. Странно оно работает, я вам скажу, ребята. Очень странно. И непонятно. Это мне повезло, что как бы оно совпало, то, что я все начал подряд открывать. Блядь! Извините за мой французский. Так по-тупому слиться. А-а-а. Ясно. Да твою... Да-да, не знаете! Не все так легко, как кажется. После двух месяцев использования. Давай, супер аккуратно. Берем и проходим этот уровень. Так, ладно. Ну какая реклама? Отстаньте со своей рекламой. Все, 10 уровень проходим и все. На этом видео заканчиваем. А вы там уже пишите в комментариях, продолжать или нет. Так, ну тут все легко и понятно. Вот это поворот. Ну давай, сейчас посмотрим, что за поворот. Сейчас посмотрим, что за поворот. Заберем ключ, оно все откроется. Вот тебе и поворот. Или они там что-то... А, во!
Да, ах ты сука. Вот он, значит, какой поворот. Вот он, какой поворот, ребят. Ну, тут трудно проходить эту игру без цензурной лексики. Да ёб твою! За ногу! За булку твою толстую! Ну да, слушай, на этой фигне можно зависнуть. На этой фигне можно зависнуть. Да ёб твою! Как? Как это работает вообще? Да ёб! Надо сразу, короче, наверное, прыгать. О, нормально. О, все, изи. Он еще и вверх ногами крутится, офигеть. Прошел, ребята, 10 уровней, честно, не подглядывая, все прошел. А вы в комментариях пишите, продолжать снимать эту игру или нет. Ну, что-то, кажется, она такая, что-то побомбить игра, походу. Знаете, так, нервишки пощекотать. Вам пожелаю, как всегда, огромнейшей удачи. Кому понравилось, ставьте дизлайк. Кому не понравилось, точнее, кому понравилось, лайк. Кому не понравилось, дизлайк. Подписывайтесь, отписывайтесь. Всем удачи, мойте руки и пока.